Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. У меня сегодня для вас подготовлена очень интересная тема, на которую я наткнулась вчера. И пока я ее изучала, я на самом деле сделала столько удивительных таких инсайтов, открытий лично для себя. И очень многие вопросы, касаемые воспитания собак, проблем, которые возникали в процессе вообще воспитания и дрессировки, стали мне очень понятно разъяснены. Я очень надеюсь, что это видео пригодится всем, кто хочет в будущем завести собаку, кто сейчас уже воспитывает щенков. Ну и просто в качестве такого общего развития, мне кажется, это нужно знать абсолютно каждому любителю собак, который не хочет навредить своему животному и сделать его свою жизнь в будущем наиболее комфортной, доверительный и вообще благополучный. И, друзья, я заранее прошу прощения, я снимаю вот в этой комнате маленькой, у меня есть и Линда лежит, и Люсик играет. И Люсик играет шумно, поэтому прошу прощения за посторонние звуки. Я и так максимально постаралась закрыть двери, окна, сижу в духоте, пью кофеёчек, чего желаю и вам. Ну, кроме духоты, конечно. Итак, начну, наверное, немножко так издалека. Я уверена, что многие из вас, если у вас, например, нет животных, то, скорее всего, вы и видели на улице, и просто читали различные истории о том, что вот у человека собака, и в какой-то момент, ну, по молодости, мы все-таки говорим больше о молодых собаках, она стала вести себя неадекватно, либо изначально уже попала в дом такой, или проявляет зооагрессию. Ну, в частности, это в основном проявляется в той или иной степени к определенным объектам, например, кошкам, другим собакам, к людям. Некоторые собаки даже кусали детей, совершенно не воспринимали это как что-то такое ужасное и запретное. Некоторые собаки кусают своих хозяев, кто-то совершенно неадекватно реагирует на различные внешние раздражители, вроде там автомобилей, велосипедов, еще чего-то. Иными словами, собака выглядит совершенно неуправляемой и неадекватной, и вы не можете понять четкую причину. Я также приведу свои примеры. На моем жизненном опыте было 3 собаки, сейчас у меня 2 собаки. До этого у меня был кокер-спаниель в моем детстве. И вот как раз у моей кокер-спаниельки была вот именно проблема и зооагрессии, и агрессии к своим хозяевам, то есть к нам с мамой. Она спокойно могла нагрызнуться на нас, даже укусить и зарычать, если что-то не по ней. Если мы там мимо ее миски, например, проходили или трогали ее игрушки, слушалась она тоже время от времени. Но вы знаете, она была очень умная собачка, она прекрасно знала кучу команд, она была очень разумная. Но при этом, да, как видите, знание команд и интеллектуальное развитие собаки еще не говорит о том, что она будет воспитанной и совершенно беспроблемной в обыденной жизни. Вот такой вот парадокс. Что было с моей второй собакой, с Линдой, с белой швейцарской овчаркой? Я вам уже неоднократно рассказывала, что ко мне приехала собака в 4 месяца, совершенно не человекоориентированная, абсолютно вот взгляд везде, кроме меня, кроме человека. Ее абсолютно не интересовала я, как какое-то авторитетное существо. И было очень-очень тяжело, и только после 2 лет мне удалось просто с очень большими усилиями, терпением, лакомствами, играми, огромными физическими затратами и нервной энергией вот наладить с ней какой-то первичный контакт. И это дало свои плоды, и сейчас все хорошо. То есть как бы с этим можно было работать. Зооагрессии никакой и просто агрессии в сторону живых существ у Линды никогда не было. Это как такой, ну, плюс, скажем так. И следующий момент — это Люсик, моя 3-я собака. Это Шиперки, самая маленькая овчарка в мире, бельгийская овчарка. Вот что удивительно. Вот что действительно удивительно. Эта собака, эта порода собак, считается, ну, одной из таких достаточно трудных для воспитания. Она не рекомендуется экспертами и кинологами для новичка. Вот именно потому, что, как говорится, их нужно обучать еще вчера. Их нужно воспитывать еще вчера. Они очень-очень быстро взрослеют. У них такой достаточно взрывной темперамент. Они в меру независимые, упрямые, могут быть задиристыми, иногда даже дрочливыми, и
лают. Конечно же, они лают, потому что это сторожевая собака. То есть Полли вот такой шипящий набор. Но мне очень нравятся эти собаки, потому что это овчарки. Это, ну, миниатюрные такие грюниндальчики на маленьких ножках. А я очень люблю овчарок, и если выбирать маленькую породу собак, то мне очень хотелось, чтобы они все-таки были умными. Изначально, чтобы была какая-то человекоориентированность на хозяина, а что, как говорится, как не овчарки могут нам это дать. И вы не поверите, но Люсик приехал ко мне, я забрала его, ему было 2 месяца, вроде как, да, около 2 месяцев. Очень маленький малыш, и каждый месяц, с каждым месяцем его взросления я ждала, ну когда же начнутся уже проблемы? Когда же я начну уже нервничать, как это было с Линдой? У меня даже глаз задергался сейчас. Но тьфу-тьфу-тьфу, Люсику уже 8 месяцев, и сейчас наоборот, мне с каждым днем становится все легче и легче. И я, не знаю, я обожаю эту породу, я обожаю шиперки. Мне очень они нравятся. Я нисколечко не жалею, что завела именно шипероида, шипозавра. И я сейчас объясню вам, к чему мои восторги, дабы не сглазить, да? Итак, на что я, собственно, вчера наткнулась? На такое интересное понятие, присущее не только, кстати, животным, но и людям. Это импринтинг. Импринтинг, если говоря таким околонаучным языком, это когда у маленького существа, у ребенка или у щенка, формируются так называемые устойчивые связи, образы, связанные с окружающим миром и с окружающими существами. То есть, примерно, если говорим о собаках, от месяца до 3 месяцев, вот все, что щенок видит, замечает, взаимоотношения там, матери собаки и других щенков, если рядом есть люди, кошки, другие какие-то существа, таким, ну, грубо говоря, взаимодействуя с ними и беря с них такой некий пример, щенок как бы понимает и осознает самого себя. Как бы это философски сейчас не прозвучало, но он начинает понимать, где его место под солнцем, кто он такой. И на самом деле это немаловажно, потому что вы знаете, что большое количество историй о том, что всякие там, например, хаски росли с кошками, и особо с другими собаками не общались, и они перенимали... Прохриплась. Они перенимали от них их повадки, то есть, да, они так миленько поджимали ушки, садились вот такую в позу кирпичика и реально вели себя как кошки, потому что именно в фазу импринтинга вот этого, знаете, вот как губка впитывает щенок все в себя абсолютно. И если в этот вот такой хрупкий, очень... ранимый период происходит что-то такое непредсказуемое или какая-то агрессия, например, была со стороны другой собаки в адрес щенка, то это очень глубоко на подкорке записывается, и в будущем щенок, например, уже приезжает там в 3 месяца к своим хозяевам, и он приезжает уже агрессивно настроенным там к большим, например, собакам. И будущие хозяева такие: а что, мы вроде ничего такого плохого не делали, да, действительно ничего не делали, потому что скорее всего, в это тот время, пока щенок был у заводчика, что-то такое произошло, о чем вам не сказали и упустили из виду. Поэтому я еще раз повторюсь, что вот этот период с 1 месяца, да можно сказать, даже с самого рождения щенка до 3 месяцев, это очень-очень ответственное время, ответственная фаза, когда действительно закладывается будущий щенок, то, с чем вы уже будете работать в будущем. И я сейчас поясню, на самом деле... что было вот у нас с Долей, с моей первой собакой, с кокер-спаниелем. И это была моя первая собака, и куча ошибок, конечно, было допущено. До 3 месяцев, как нам и завещал ветеринар, Доля сидела дома, в 4 стенах. Я ее баловала, любила, и всячески ее там любила, можно сказать. Но я ее не выводила на улицу абсолютно никак. Она не общалась с другими людьми, с кошками, с собаками. И в первый день, когда я ее вывела, конечно, на улицу, у нее был дикий шок. Она стала вести себя совершенно нервно, она стала пожирать все, что ей просто попадалось под лапы. Камни, траву, какие-то мусор. В общем, это была жесть. Ну, и что получилось в будущем? Ну, конечно, еще до этого было допущено много моих косяков и ошибок, но у Доли была зооагрессия реально к другим собакам. Вот. Никто как бы ее этому изначально не обучал. Но вот этот вот период, он нами был упущен, период активной социализации.
когда нужно было щенка минимум, ну хотя бы выносить на ручках, на улицу, показывать его мир, чтобы он мог посмотреть, что кроме тебя еще есть другие существа, там машины, транспорт, ну такая самая-самая начальная банальная социализация. То, что я, например, вот делала сейчас со своим шиперки Люсиком. Да, ветеринар строго там мне запретила все это, но да, я каюсь. Но я выводила Люсика на улицу еще до прививки трехмесячной вот этой вот на ручках, и просто возле нашего дома мы кругами по чуть-чуть, по 10 минут ходили. Мы не общались с другими собаками, естественно. Вот, мы вдали так на них смотрели, но он их уже видел. И видел кошек, и видел других людей. И машины приезжали, и велосипедисты. Это была зима, еще помню. Он так очень скромненько, осторожненько ко всему этому относился, но, знаете, более-менее это было адекватно. Вот, конечно, в этом плане я советую вам быть очень-очень осторожными, не позволять ему также гулять в местах, где есть какие-то метки, экскременты и прочее, и буквально вот 10 минут. Вот, а еще лучше на ручках. И также спасло меня то, что у меня была старшая собака, Линда. То есть он, грубо говоря, с 2 месяцев рос в окружении других собак. Он смотрел на них, учился у них всячески, и он сразу с первых же дней появления в доме, там ветер просто гуляет в прихожей, он сразу вот эту иерархию понял, понимаете? Бывает такое, что щенок попадает в дом, взрослеет и начинает огрызаться на хозяев, например, когда они подходят к миске. Это очень у многих собак, это такое, знаете, ну, собака, когда принимает еду, она чувствует себя не в безопасности, когда кто-то рядом. Такой некий собственнический инстинкт у них есть. И в этом нет ничего страшного, на самом деле. По большей части лучше просто оставить собаку в покое и ничего не делать. Но у Люсика такой момент, что то, что распространяется на других собак, то есть это, да, какая-то вот такая агрессия пищевая некоторая, игрушки, если какие-то Линда его может любимые потрогать, он так немножко на нее пробухтит. Бессильная агрессия и просто так чисто для виду. Но если вдруг я, хозяйка, подойду, этому тоже никто не обучал, на самом деле. Просто вот эта вот постоянная социализация и фаза импринтинга не была упущена, и вот эти вот так называемые связи психосоматические были у него налажены очень хорошо. То есть он никогда не огрызнется на меня. Я могу спокойно шурудить рукой там в его миске, и он вообще даже косо на меня не посмотрит. Также он кобель. Такой интересный факт. И он и Линду часто может так определенные движения совершать. На других собак тоже он делает всякие садки, даже на кобелей. Ну, понятно, что многие собаки это делают, это как бы норма. Но ни разу никогда он не делал это на людей, там, на ногу, знаете, многие собаки делают. Ну, то есть на меня тоже ни разу. Но у него сразу вот это, знаете, чувство реально, то, что ты вот хозяйка, а я вот пёсик. Но в то же время, мне кажется, он всё-таки ставит себя на ступень выше, чем Линда, как-то ни странно. Вот. Относится он к ней уважительно, но иногда совершенно неуважительно. Вот это в нем как-то волшебным образом сочетается. В плане примеров я еще хотела. Да, в плане примеров чаще всего вот встречается именно зооагрессия и агрессия по отношению к хозяевам, например, к его детям. Очень большое количество историй, когда собака там чуть-чуть подрастает и начинает реально огрызаться там на хозяина и вот на его детей, что как бы небезопасно, одним словом. Или, например, она всю жизнь, первые месяцы своей жизни жила с кошками и практически не общалась с собаками. В таком случае, естественно, что будет? Она будет замечательно относиться к кошкам, перенимать даже их какие-то повадки, но вполне возможно будет проявлять агрессию к другим собакам. Поэтому почему важно в детстве щенка обязательно социализировать? То есть самое главное — это не дрессировка, друзья, вот, пожалуйста, запомните. Тренировка собаки, воспитание щенка — это не то, сколько команд он знает. По сути, вообще для управляемой городской собаки нужно знать на максимум 3 команды, самые такие действительно полезные. Все остальное — это просто занимать ее мозг и интеллектуально ее развивать, чтобы она не скучала и чувствовала себя нужной. Но, по сути, все, что нужно щенку, — это социализация, общение с другими собаками, максимально стараться знакомить его с различными раздражителями, все постепенно, последовательно, то есть не сразу так его, да, бросать щенка в воду и пусть барахтается там, куда его прибьет. Конечно, все постепенно, аккуратно следить за его реакцией. Никакого насилия быть не должно, но это все равно нужно делать, чтобы потом не столкнуться вот с такими
неприятными проблемами. И что интересно, вот многие владельцы потом начинают винить себя, что они что-то упустили. Ну, бывает и так, но, видите, действительно, иногда от вас мало что зависит. Бывает так, что заводчики взращивали своих малышей не в самых приятных и здоровых условиях. Генетика в этом плане тоже играет, конечно, колоссальную роль. То есть вы уже видите, да, большая ответственность ложится на плечи заводчика. Но также, да, если вы берете щенка маленького, то есть там в 2-3 месяца он попадает уже к вам, вот эта вот фаза импринтинга, она очень-очень важна для будущего маленького и большого пёсика. Поэтому вот так вот, друзья. В заключение я хочу сказать, что эта информация во многом помогла мне вот действительно обернуться назад, осознать свои ошибки и увидеть то, что я просто, вот знаете, как слепое пятно. Я этого вообще не замечала и не думала, что вот это может быть причиной. А ведь действительно, и Линда попала ко мне в 4 месяца только, и я не знаю, что было с ней до 4 месяцев, непонятно. Она была в семье, где был маленький ребенок, и, скорее всего, много внимания было этому ребенку. Но, кстати, что интересно, у Линды никогда не было агрессии к людям и к маленьким детям. Ну, в отличие от Люсика. Потому что, ну, скорее всего, она росла с ребенком. Она у меня по сей день очень тепло относится к детям. Да вообще ко всем людям, и вообще ко всем собакам. Так что, вот. И в плане Люсика, да, несмотря на то, что это действительно сложная порода, я очень, конечно, благодарна Линде, своей старшей собаке, овчарке, белой швейцарской, за то, что вот она была таким небольшим, очень даже большим и надежным помощником в взращивании мистера Люсьена Лашанса, его полное имя. Поэтому, друзья, на этом я все-таки завершу свой ролик. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, полезно, и, ну, во многом я тоже ответила на какие-то ваши вопросы, которые вы могли себе задавать. Если у вас есть определенные запросы на темы около собачьи или просто любые другие, которые вам интересны, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забывайте читать мои 2 блога на Дзене. Блог о моей жизни с 2 овчарками и мой литературно-творческий блог. Все ссылки будут внизу в описании. Все, до встречи в следующих роликах. Пока-пока!